маленькие контейнеры, это 120 литров, это некие маленькие пластиковые урночки. Они также будут установлены. На сегодняшний день у нас практика такова, что урны у нас установлены около скамеек, но бывают и такие зоны, где, допустим, спортивная площадка, к примеру, там у нас есть спортсмены, которые напивают напитки, к примеру, и необходимо пластиковые, а есть еще и ожидающие дети, которые едят мороженое. И у нас тоже бывают некие места, где необходимо дополнительно установить контейнер для того, чтобы вот именно смешанные отходы какие-то складировались. И еще у нас пришел третий вид контейнеров. Это контейнеры для смешанного накопления твердых коммунальных отходов. Зеленые с крышкой, с педалью. Для того, чтобы открыть крышку, необходимо наступить на педаль. Такой практики у нас еще в городе, а пока никак таковой нет в общем доступе. Поэтому мы тоже будем устанавливать. Это чисто для хозяйственных нужд, и такие контейнеры будут обеспечены, поскольку у нас региональный оператор на сегодняшний день, у них мусоровозы с задней загрузкой, контейнер необходимо выкатывать, и очень сложно у нас на сегодняшний день во всех парках и скверах еще стоят старого вида контейнеры металлические, которые невозможно выкатить, докатить до мусоровоза. Поэтому было принято решение еще заменить и старые типы контейнеров под новые мусоровозы уже. Тем самым мы участвуем в развитии мусорной реформы.